Доброго времени суток! Приветствуем вас на странице бренда детской верхней одежды Nika Style. В нашем сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим модель пальто для девочек. Это стеганое пальто-одеяло. Оно выполнено из ткани с водоотталкивающими и ветрозащитными пропитками. Ткань очень плотная и с красивым мерцающим эффектом. Размеры пальто от 128 до 164. Модель идет в размер. Температурный режим этого пальто от 0 до минус 30 градусов. Оно будет согревать вашего ребенка даже в самые сильные морозы. В этой модели мы используем утеплитель нового поколения FiberLite в количестве 350 грамм. Теперь мы переходим к подробному обзору. В рукавах у пальто есть трикотажные манжеты, которые будут мягко облегать запястья, не пропуская холод внутрь. А сам рукав можно подвернуть, его толщина это позволяет. У пальто два удобных кармана спереди. Они очень большие и глубокие и застегиваются на молнию. Отдельного внимания у этой модели заслуживает капюшон. Смотрите, какой он большой, объемный, теплый и уютный. И застегивается он на магниты. Они находятся внутри и легко примагничиваются друг к другу без усилий. Есть внутри также и утяжки для регулировки объема капюшона. Внутри капюшона у нас красивая контрастная ткань. Она также с водоотталкивающими ветрозащитными пропитками. Сам капюшон образует высокую горловину, теплую, которая будет хорошо защищать шею. Внешняя ветрозащитная планка у нас застегивается на кнопке, и за молнией расположена внутренняя ветрозащитная планка по всей ее длине. Внутри пальто подкладка из флиса. Посмотрите, какой приятный и мягкий на ощупь флис внутри. Есть у нас нашивка для того, чтобы указать фио и телефон владельца. В обязательном порядке есть вешалка, чтобы можно было пользоваться гардеробами в школе. И в обязательном порядке у нас есть внутренний карман для важных документов и вещей. Эта модель пальто выполнена в трех вариантах расцветок. Все их можно будет посмотреть на нашем сайте. Отдельного внимания заслуживают вот такие интересные нашивки. Они выполнены с модным голографическим эффектом. Самая большая нашивка расположена на спине. По традиции на пальто есть светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток. Для того, чтобы дополнить образ вашей девочки в этой модели пальто, мы рекомендуем заглянуть в раздел «Аксессуары». Там вы найдете комплекты из шапок и снудов, шапок на завязках и балаклав, а также варежек рак и перчаток. Если у вас возникли вопросы или понадобилась помощь в выборе размера, напишите нашим администраторам, они будут рады вам помочь.